бренд-код — это нечто другое. Вот, а это визуализация. Вот эту визуализацию. Сейчас мы посмотрим, чтобы вы тоже понимали, куда-то это кладется, ложится. И как все. То есть это не надо делать никаких, рисовать пакетов, сумочек и все такое прочее. Вот эти две. Еще одна Мадонна, кстати говоря. Почему-то они вдвоем, да, умудрились нарисовать. Платье тоже, если поискать, тоже можно. Вот поэтому про это сейчас пойдет речь, как это все демонстрировать. Ну, многие, кто знает фотошоп из вас, наверное, знают, как это делать. Так, значит, мне надо найти специальный файл. Для начала в интернете вы должны найти файл, который будет называться... Мокапы для дизайнера. Есть очень много дизайнеров, не помню, кто не помню, но они бывают платные, очень часто платные. Вот, конечно, ищите среди бесплатных. Много их всяких, вот новые без конца, стильные, источники. Но главное, чтобы скачивалось то, что надо. Если вас уводят куда-то по странице и просят там что-то регистрацию, да ну и. Значит, мокапы — это фотошоповские файлы. Качать, вот не показывает. Все, дальше идут стильные мокапы, смотрю. Вот, стильные какие. PSD файл без PSD — это формат фотошопа. Я ищу, вот такой будет вот мокап. Ну, на мобильник можно и не скачивать, потому что на мобильник можно и сами фотошоп. Вот это вот ерундовские мокапы. Вот это все, вот это уже поинтереснее, да? Помните, вы такой узор, да, задавал, военный задавал? Вот, ну вот, можете пробовать куда. Поэтому у вас должен был крем, да? Для чего вы это собираетесь использовать? Где эта тематика, название принта, да, для чего использовать. Вот для чего использовать, то и ищите. А коробочки, вот они. То есть то, что мы сейчас с вами коробочки лепили, это совершенно все другое. А вот мукап, вот он, вот они. Ну, есть простые, вот такой там, что за мукап. Есть вот такие. То есть рисовать ничего не надо, кроме оформления. Пластинки, которые мы с вами делали, диски, это все ничего не создается. То есть дизайнер, наверное, дизайнер кружки не тратит. Даже обложки, вот эти обложки, которые там у вас впереди, это все потом визуализируется, видите, вот так. Моя жизнь больше не будет прежней. Понимаете? Ну, она давно у всех уже, да, не прежняя. Удивительно. То есть заказчику показывается вот такая. Если он говорит, да, окей, тогда вы ему составляете уже более полный. Потому что мукапы бывают сложные. Допустим, вы этикетку для колбасы создаете. Как ему это на колбасе показать? Значит, вот вы пишете мукапы колбасы. Этикетки для колбасы, пожалуйста. Значит, у вас для чего-то. Я тогда просила для чего-то предусмотреть свадьбу, которая эти самые, вот они, видите, они, это будет смотреться уже как надо. Понятно? Даже колбаса есть. Ну, я не знаю, вы на какую тему придумали или придумаете дизайн, ну, вот, но в итоге демонстрировать надо будет вот в таком духе. То есть, видите, вот эта этикетка, она уже лежит как положено на разных этих. Это вы делаете вот это только. Все остальное это делает сам фотошоп. Чтобы в фотошопе этим не заниматься, вот этим расположением, простые вещи, конечно, можно. А вот эти вещи, вы начнете это все гнуть, изгибать, а тут еще текст, ну, на колбасе так поедет, что вообще тут будет это косяк. Поэтому, тем более, есть серьезные мокапы, допустим, мокап. Я сама фотошопе приклеиваю. На коже, например, на кожаных изделиях. Вот такие мукапы, видите, какие хорошие. То есть вы разрабатываете картинку, а потом это все она визуализирует, естественно, сама. Вот. Даже зная фотошоп, вот такое сделать, ну, тратим много времени, и целая история начинается. Время
такие, с печатями вот такие, видите, вот здесь печать, здесь и так далее. Мукапы, допустим, для платьев, да, мукапы на майках есть, на майках кепках много, на платьях меньше. Вообще, что с мукой связано, все меньше. Ну вот, в основном, да, это вот такие вот, вот, вот такие вот, вот они. То есть вот девушка, и здесь вы можете показать эти ткани. И тоже вот мукапы, я иду по посылке, вот к ним. Не зовет мне его туда. Еще раз приду, вот сюда приду. Я на сложном месте. Ну, есть, да, конечно, есть. Нет, эти майки эти не интересны. Эти майки, не, я покажу, какие интересные. Значит, так, здесь сохранить, скачать. В общем, как-то можно. Это чем интересно на майках? Есть детские, на детских. Есть этикетки, да, этикетки для чего-то, для тех же, я не знаю, майк, ну, много чего. Мукапы, майки. Такие интересные вызывают интерес. Это те, которые мятые. Вот такого плана. Вот это интереснее. А вот такое брать, ну так зачем мукап? Я сама в фотошопе прилеплю и делаю концом. Это не интересный мукап. Интересные мукапы, которые более естественные. Вот это интересный, потому что вмятины, видите, уже реально как будто бы это напечатано. Вот это вот хотя бы. То есть где есть складки, вот этот хотя бы. Вот тут он, видите, с тенями. А просто ровный, он интересный. Поэтому надо, конечно, смотреть. Также берите пакеты, наверное, у вас, мукапы, суммах, пакетов, не знаю, пакетов. Опять-таки, есть интересные. Интересные это вот эти, вот они, видите, боком стоят, на фоне, в перспективе. Отражение уже. Есть. Отражение есть, конечно, вот это интересный мукап. А взять вот такой вот простой, допустим, какой-нибудь, ну, такой, он не нужен, мы сами это можем сделать. Вот это неинтересно, ну, прилепили сюда просто ровно. Покемот. Поэтому, да, выбирайте то, что вот сумочки всякие. Ну, это тоже простой, мятины нет, видите? Видите, складка есть, а на логотипе нет. Ну, значит, или плохо сделано, или это вообще не мукал. Ну, теперь вот как этим всем пользоваться? Все это довольно просто. Вот они, видите, какие. Mm-hmm. Вот хорошие, видите, на такой крафтовой бумаге. Вот это приятно смотрится, во-первых. Но если вы предусмотрели для этого, у вас заранее должно быть предусмотрено, для чего вы что-либо делаете. Вот. А потом уже так что рисовать ничего такого здесь не надо. Для брендбука, конечно, надо будет нарисовать. Для брендбука он оформляется немножко иначе. Поэтому там будет уже, я сейчас найду вот бренд, который кто оформлял. Сулеймана. Петунья оформляла как бренд. Не знаю, здесь показала или нет. Вот видите, как вот ее логотип, вот и вот здесь вот он расположен. Вау, вот брендбук. Вот. Вот здесь уже идет ближе к брендбуку, вот, где до этого у нее были эти, а теперь у нее более подробные насетки с указанием размера этой сетки, с указанием, ну, какой можно, какой нельзя, вот эти монохромные, не монохромные, на что надо обратить внимание. Вот это уже брендбук, да, то красочное представление, вот это нельзя. Это можно, прям так зачеркивать надо. Вот визитка уже, видите, как она оформляется. Какие шрифты, на каком расстоянии все это расположено. То есть визитка спроектирована, можно как хочешь делать, ну как хочешь, немножко подумать, конечно, а дальше образмерить. И здесь указаны эти размеры, вот расположение логотипа не просто так, а тексты тоже не просто так, вот они здесь по какой приблизительности сетки. Также и фирменный бланк,
и все остальное. Конверты начинаются. А это уже вот визуализация чистая. Вот. Поэтому если это кому-то надо, это отдельно вы делаете, а если нет, то, конечно, для просто демонстрации. А стандарты она как брала, там сколько отступать? Или просто сколько тоже интуитивно? Не меньше 5 миллиметров, вот и стандарты, все. Лучше сантиметр на визитке 5 миллиметров. Стандарта никакого нету, лишь бы вы не резали то, что... Это вот она сантиметр взяла правильно, но это большой размер, это размер конверта, для визитки по сантиметру это многовато, здесь по 20, все правильно. Для визитки вот она взяла 6 мм, правильно, не меньше 5. Вот визитка, вот остатки. Все. Это делается для... Можно на вылет, если пока на вылет делала, тогда вот этот фон мог быть до конца, логотип же не будет на вылет. А вылет это то, что срежется, не будет видно. А здесь, если я близко расположу, из-за того, что там вдруг миллиметр там или доля куда-то чего-то, то это будет видно и заметно. Поэтому никакие полоски и такого плана, если полоски только на вылет, чтобы они срезались. А так поля, вот они поля, вот вы располагаете. Поэтому ГОСТа нет, но если там поискать ГОСТ где-то, можно мне все это дело найти. Ну, принцип такой. Сантиметр. 5 миллиметров-сантиметр. Вот, теперь я включу какой-то мукап. А вы дома должны накачать. В первую очередь, те мукапы, на которых вы будете принты демонстрировать и не принты. Ведь визуоператором иногда скучно. Мокапы. Журналов, платьев и так далее, и так далее. Для чего вы разрабатывали принт? Если логотип, то мокап берется общий, где весь проект, вся печатная документация. Вот я включила файл. Файл был формата Photoshop. Фотошоповский формат. Вы же скачали. ASD. Ну, конечно, да. Я скачала его и включила. Как им теперь пользоваться, вот смотрим. Photoshop, кто даже не знает, то много чего тут особо делать не надо. Самое главное в Photoshop это слои. Поэтому справа открываю слои. Но дело в том, что здесь в иллюстраторе, да, каждый элемент, вот каждый элемент, ну там был сам по себе, видишь, он двигается. Хоть он стоит все на одном слое, но у нас двигается, правильно? Двигается. И назад можно пойти, да, объект монтаж на задний план, правильно? У нас проблем здесь в векторе с этим не было. Хотя все это находилось на одном единственном слое. Если я пойду в окно и включу слои, у меня один слой. Но векторная программа один слой раскладывает на составляющие сама. То есть стоит мне нарисовать что-то новое, хопс, я получила новый как бы уровень. Находясь внутри слоя, но новый уровень. Он тоже может отключаться, включаться, заблокировать могу, чтобы его не двигать с места. И так далее. Это его уровень. Я могу через объект монтаж на задний план поставить, видите? А могу через вот это взять вот этот объект и перетащить куда-то пониже, вот куда-то пониже, куда пониже, но там, где цветы. Значит, здесь слои как бы нужны или не нужны, это уже не особо. А вот здесь я такого не смогу сделать. Каждая штучка должна быть на отдельном слое. Мне, значит, для того, чтобы сделать мокап, первое, надо разобраться, что я скачала. У меня должны быть какие-то надписи, которые мне о чем-то покажут и расскажут. Вот здесь я читаю background color, это значит цвет внешнего фона. Ну, может быть, здесь и по-другому будет написано, но это мне о чем-то говорит. Background – это фон. Значит, если я поэтому два раза нажму, то цвет фона, видите, я могу поменять. Значит, этот мокап, этот конкретный мокап, он позволяет изменить фон. Если у меня такой возможности нет, значит, или нет, или я сама уже искусственно должна что-то там делать. Это первое. Дальше я разбираюсь, какой еще слой есть. Еще слой есть вот следующий, вот второй.
Но здесь вот с такой мультипапкой и галочкой. Я открываю. Открываю, тут есть под уровни. Конструкция мукапов довольно-таки здесь бывает сложная. Но я должна один слой найти. Какой? Он обычно чем-то подкрашен. Видите, подкрашен красненьким. И тут написано, видите, путь, дизайн, значит, говорит, что расположи. Ой, вы даже изменить цвет футболки можете, да? Цвет футболки, если могу, если он разрешает, да. Захожу сюда, и вот цвет футболки, да, я тоже могу менять. Вот здесь вот что хочу, сделаю, потом я подберу цветочки, потом цвет футболки я сделаю. Значит, разрешен бэкграунд колор в этом мукапе, в другом мукапе может не разрешен. Остальное я ничего не трогаю. Дальше. Вот ее дизайн. Говорит сюда, располагай свой дизайн. Вот здесь, если я откручу, видите, дизайн расположен здесь. Значит, я два раза должна опять нажать, окей, нажать. Я попадаю в отдельный такой вот слой, не слой, но в какой-то уровень, где тут, ну, видно сереньким. Если я сюда встану, не сюда, вот здесь, я включаю их надписи. Вот тут ориентир майки. И я иду, как мне что сделать, я иду в иллюстратор, вот сюда я иду. Эти цветочки я туда хотела посадить, или домики, или не знаю, что у меня тут есть, для того, чтобы посмотреть, как это на майке будет выглядеть. Выделяю здесь, Ctrl-C, ну просто через буфер обмена, и вот в этот специализированный уровень я вставляю. Как смарт-объект. Смарт-объект, ну такой умный слой, вот такой вот умный слой. Все, вот он мне вставил. Ориентир майки здесь, ориентир майки, это вот этот квадратик, могу вниз, могу сюда, ну все, согласилась, и выхожу. Значит, после того, как я здесь что-то сделала, он там сохраняет, копирует, молодец, немного тянет. Ну, пытается эту библиотеку сохранить, отправить. В интернет это куда-то скинуть, никому это все ничего не нужно. Поэтому я скорее стоп нажму, отключаю вот эти мне лишние дела ненужные. И это тоже отключаю. Куда я зашла в уровень? Да, я хочу сохранить. Ну все, мне пристроил. Все, да? И замял тоже. И замял. Естественно, он внёт. Конечно. Прикол в том, что он внёт, да. Значит, таким образом я вижу, куда мне это все девать. Опять иду сюда, окей, не понравилось, значит, поставлю выше. Выключаю, говорю, да, вот моя картинка, цветы будут на майке выглядеть таким образом. Да, естественно, совсем не эффектно. Господи. Значит, здесь мне достаточно просто что-то нарисовать. Ну, беру надпись. Нет, вот это возьмите. Вот это вот целое, ну, тут вот эти лишние были. Вот. Уберу вот эту конструкцию. Также Ctrl-C. Иду сюда и смотрю, мне это вообще для майки нужно или нет. Это можно удалить, не надо. Delete. Ctrl-V как смарт-объект. Окей. Дальше. На всю ли майку. Вот ориентир моей всей майки. Примерно как-то вот так это будет расположено. Опять. Это не стоп. Это не надо, чтобы так куда-то записывал. Да? Вот смотрю туда, ну правильно, опять захожу туда, окей, вот это мне не нужно, это я не вижу ничего. Вот так, можно ниже, ну как угодно, все, отключаю, да, все готово. Можно попробовать тоже? Можно попробовать, да. А как знаешь, хорошо, да, это давайте я вам скину эту футболку. Ну вот, я вот фотошоп открыла, дальше как туда, сюда скинуть эту футболку? Она должна быть сначала? Ты надо ее скинуть, ты можешь ее открыть с помощью. А, вот это, да?